Свердловские синоптики заявляют, что весна откладывается. В Екатеринбурге ожидаются обильные снегопады. Причем настолько сильные, что спасатели и правительство просят автовладельцев по возможности ходить пешком. Между тем, городские коммунальщики готовятся встретить циклон. Их основная задача – не допустить сужения дорог. По информации, предоставленной метеорологами, к областному центру приближается циклон, уже принесший обильные осадки Киеву и Москве. Предполагается, что в городе выпадет половина месячной нормы снега.